Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марии Мистик. Сегодня 24 сентября 2024 года. У меня новые жители, новые рыбки. И в связи с приездом новых рыбок вчера произошло большое переселение к платиновым и сапфировым попугайчикам. В этот аквариум я подселила еще мальков из первого аквариума сапфирового попугайчика и фламинго. Малышей. И, как говорится, сердцу не прикажешь, несмотря на то, что у меня две половозрелые пары платинового попугая и сапфирового, еще подростки, у меня сложилась пара. Вот этот самец-красавец, платиновый попугайчик, с самочкой сапфирового попугая. Она сидит в кокосе, он активно охраняет. То есть я понимаю, что с дня на день нам тут придется ждать опять новое пополнение. Я уже тут просто в шоке, потому что вчера нервы мои сдали. Несмотря на то, что я поступила, может быть, в чем-то неправильно, но все-таки я для того, чтобы, во-первых, заселить сегодня новых жителей, новых рыбок, переселила пару с мальками в отсадник. Потом пришлось мне... О, как они тут делят территорию вовсю. Да, пришлось мне немножко сделать тут вот перетрубацию. Вот у меня такой отсадничек. Сюда уехали, значит, пара цихлозом чернополосых, у которых малечки были маленькие. Сейчас вот они, когда я включаю подсветку, все резко прячутся, и мне вам их не показать. При переселении потеряла большое количество мальков, потому что как только стала их расселять, на них стали нападать жители вот этого аквариума и, собственно, где они жили. И потом у меня в том аквариуме, вот в этом отсаднике, резко упала температура в связи с тем, что у нас вообще похолодало резко. То есть мы потеряли много мальков, но в принципе, вот наблюдая за попугайчиками, я предполагаю, что тут придется скоро ждать снова пополнения в семействе. И тем самым мало рыбы нам не покажется, что, как говорится. Здесь остались у меня некрупные мальки. Цихлозом и фламинго и чернополосый, коридоросы. Просто у меня уже нервы сдали. Одному корику тут хвост подъели до самой спины. Это родители вот этих мальков, чернополосые и цихлозомы. И сегодня, как вы видите, ко мне приехали новые рыбки. Это псевдоскат сивелья. То есть, ну вот как бы они маленькие, 2,5-3 сантиметра. Это такая совершенно безобидная рыбка. Как вы видите, у меня грязный здесь декор специально, потому что эта рыбка питается обрастаниями с разнообразного, ну вот с декора. Видите, вот тут, например, зазеленела вот эта часть декора. Будем ждать, когда рыбки этим будут питаться и очищать таким образом. Вот, у меня 6 малечков здесь. Они сейчас только-только заселились, поэтому прячутся. Здесь остались у меня достаточно некрупные чернополосые цихлозомы, но вот здесь, вы видите, тоже создается похоже пара. Здесь уже давно оккупировали эту территорию парочка чернополосых цихлозом, и всех от нее гоняют. Поэтому корики бедные тут у меня просто отдыхали вчера вечером. Любо-дорого на них было посмотреть. Они хоть стали плавать, и как-то вообще видно их стало. Вот, но вот сюда, в тот домик, где у меня была пара с мальками, уже заселилась фламинго, крупная самка. Здесь тоже, как вы видите, в укрытие заселилась фламинго. Я не знаю, чем это дело закончится, но я так понимаю, что мальков нам еще предстоит тут выращивать не одну партию. И в силу того, что при пересадке, да, я потеряла большое количество малька, мне очень жалко, но иначе у меня уже, извините, получается 260 литров воды, но как бы тоже больше мне уже как-то не хочется, если честно. Вот, сейчас
псевдоскатики куда-то все попрятались. Только что один был на стекле, уже куда-то убежал. Остается только вот этот малыш в зоне видимости. Очень надеюсь, что эти рыбки помогут мне справиться вот с этими обрастаниями в аквариуме. Я не знаю, что творится у меня именно вот с этим 100-литровиком, но я, при том, что я чищу его каждые божьи два дня, у меня зарастает переднее вот это стекло зеленью, и декор моментально зарастает. Несмотря на то, что я тщательно вычищаю, и основное освещение, так как у меня тут нет растений, стараюсь не включать без надобности. Вот сейчас, собственно, кормила рыбок, включала освещение. Ну и когда вот видео делаю, включаю. Когда в течение дня я оставляю маленькую галогеновую лампу. Тут ее, в общем-то, хватает для рыбок. Растений здесь нет. Вот. А здесь вот наоборот получается. Я купила вот такую лампу. Очень хорошо она светит. И было бы здорово растениям. Но почему-то боится цихлозома и мальки. Все сразу прячутся, как будто здесь вовсе никого и нет. Здесь еще буду добавлять воды. Это только вчера тут отселяла именно с тем декором, в который они привыкли прятаться. Сегодня поставила грелку. И, собственно говоря, тут, надеюсь, остатки мальков, которые не погибли при переселении, которых не съели добрые соседи. Подрастут, и нам, собственно говоря, и того, что осталось, хватит. В том количестве, в каком они были, мне их просто некуда 50 штук расселять, а их там было не меньше 50, если не больше. Особенно наблюдая вот эту ситуацию с попугайчиками, у которых тоже, собственно, уже там начинаются какие-то дележки территории, гнезда, и похоже, создаются парочки. Ну вот рада за кориков. Бедняжки здесь хотя бы стали двигаться и бодренько себя чувствовать. Псевдоскатики. Замечательные рыбки у меня такие раньше были. Они прекрасно вместе с кориками уживаются. И это замечательные чистильщики. Ну а вот эта красота. Вот видите, самец красавец. Рядом самочка. Тут уже вот оккупировали вот этот кокос. Они с самого первого вообще вечера, как только сюда переселились, стали охранять вот этот кокос. И вот этот вот белый красавец в том кокосе с вот такой сапфировой самочкой. Все остальные там тоже по домикам. Там у меня много укрытий и домиков. Но пока я, так скажем, пар не вижу. Я вижу просто, что они куда-то прячутся, там укрытий много. Как-то там передвигаются, живут какой-то своей жизнью, кушают. А вот эти две пары их гоняют. В основном, как только и друг друга. Я вчера снимала коротенькое видео, шортс. Именно тоже в тот момент, когда самцы отгоняли. Во-во-во, видите, как только мимо его домика кто-то проплывает. Причем сначала он вот в этом домике поселился. А потом туда с самкой в тот кокос переехал. Надо этот домик тогда, что ли, куда-то переставить, не знаю. Раз он ему не нужен, пусть кто-нибудь другой его займет. Потому что там еще две половозрелые пары у меня где-то прячутся. А эти два вот друг друга гоняют, всех гоняют. Так, ну вот такие новости на сегодняшний день. Завтра, я думаю, более подробно смогу показать очень красивых рыбок псевдоскатиков. Вот такая невеста и вот такой жених. Я еще тогда спросила, когда покупала, их надо расселить по цветовой гамме или как. Мне сказали, они все равно могут как бы принести малечков. Даже от двух белых могут быть и сапфировые, и платиновые. И у вот таких сапфировых тоже могут быть малечки беленькие. То есть, ну как бы так, нет особой нужды их как-то расселять. Ну вот они взяли и поселились именно так, несмотря на то, что тут достаточно много самок, и можно было бы создать пару с самочкой платинового попугая, но он выбрал себе вот такую самочку. Ну что делать, ну что делать. Все, дорогие друзья, я на этом буду с вами прощаться.
пока ничего новенького я не могу сказать и показать, потому что от меня все спрятались. Очень надеюсь, что эта рыбка мне поможет поддерживать чистоту в этом аквариуме от нарастания вот этой зелени. Не знаю, откуда она берется вообще-то. Бесконечные у меня идут подмены воды и чистка, и освещение не такое, чтоб сильное тут. Очень рада за своих коридоросов, потому что они стали теперь веселенькие, бодренькие, активненькие. Так как до этого их постоянно гоняли родители мальков, чернополосые цихлозомы. И тут бедным корикам негде было даже ни поплавать, ни покушать. Они все время куда-то сбивались в какую-то кучку и в какой-то уголок. Теперь они хотя бы здесь свободно себя чувствуют. И к ним уже присоединились псевдоскатики. Но вот сейчас куда-то разбрелись по каким-то своим делам. Осваивают, видимо, новую территорию. Поэтому я надеюсь, что я покажу их в ближайшее время, когда они привыкнут к новому домику. И покажу декор. Вот получится у меня что-то с их помощью очистить или нет. Потому что я уже устала чистить это все вручную. Все зеленеет моментально. И аквариум стоит. Окна у меня вообще далеко. Вот уже ближе у меня тут просто нет. Как бы дальше, точнее, от окна мне уже ставить некуда. И так максимально далеко тут от окна ничего не попадает, никакого света. Все, дорогие друзья, я на этом с вами прощаюсь. Я с этими переселениями уже несколько дней тут замучилась. До 12 ночи сижу с этими аквариумами. Колдую, как бы тут получше все сделать для рыбок. На мой взгляд, вроде как неплохо у меня получается на сегодняшний день. И дальше посмотрим, чем закончится. Если вам интересно, оставайтесь с нами. Всем пока и до новых встреч. Здоровья вам и вашим питомцам.